Сегодня в Брюсселе начнет работу двухдневный саммит глав государств и правительств стран Евросоюза. Сообщается, что в рамках саммита будут проведены обсуждения по ситуации в Украине, глобальному кризису продовольственной безопасности, а также обращение Грузии, Молдовы и Украины относительно получения статуса кандидата в ЕС. Лидеры Евросоюза также обсудят вопрос о продолжении оказания экономической, военной, политической и гуманитарной поддержки Украины.